третий год участвую в первенстве в области. И сегодня было довольно интересно, потому что была хорошая организация. Ну, в принципе, я согласен с моей партнершей. Мы давно участвуем в первенствах и постоянно с танцами. У вас было много конкурентов, или вы настроились на второе место? Понятно, что Гловацкий с Кучиной такие серьезные соперники, а были еще другие соперники? С кем? В основном у нас был соперник только Гловацкий, мы давно с ним соревнуемся, и в скором будущем, мы, надеюсь, мы оттанцуем. Полностью согласна. Насколько для вас важно вот это серебро сегодняшнее? Оно очень важно для нас, потому что мы сегодня танцевали в последний раз латину, мы бросаем латину после этого соревнования, и мы полностью довольны нашим результатом. А почему вы бросаете латину? Потому что мы решили заниматься только стандартом, чтобы терять ему больше времени и прогрессировать именно в этом, в эту вот отрасль, как бы танцы. Ну, ваши наставники против этого? Они нейтральны. Они против этого. Максим, не бросай латину. Пожалуйста, Максимушка. Ты круто танцуешь латину, поверь. Максим, ты лучший!